Всем привет! Я хочу поздравить с великим праздником, Днем Победы. Сегодня мне повезло, я нахожусь в Москве, на Тверской. Мы будем идти в Бессмертном полку. Я буду тоже в нем принимать участие. Я хочу сказать, что День Победы для меня очень важен, очень значим. Потому что это действительно победа всего народа над злом, которое у нас было. Я так буду воспитывать своих детей и своих внуков. И это никогда нельзя забыть. Это будет всегда вечно в моем сердце, в сердце моих родственников. Еще раз, с Днем Победы! Господи!